Больше 9000 персональных поздравлений от президента России доставили в наш регион. Их адресаты – ветераны, дети войны, труженики тыла и узники концлагерей. Письма разносили целую неделю. Если получатели не застали, к ним обещают вернуться в течение месяца. Порядок вручения практически как у заказных. То есть ветераны не заполняют извещения, но как бы получают лично в руки. Один из таких конвертов с надписью «Москва, Кремль» принесли и Марии Васильевне Дикановой. Желаем вам здоровья и всего наилучшего. Президент Российской Федерации Путин. Мария Васильевна родилась в Болховском районе в 1942 году. В 43-м семью из 7 человек угнали в Германию. Освободили их только в апреле 1945-го. После войны страшно было. Я настолько боялась, я вот до сих пор, вы не поверите, мне 81 год. Я до сих пор боюсь голоса самолета. А там тогда мы боялись. Я убегала в дом, кричали, бомбовозы летят. Так бегала. Мария Васильевна больше 30 лет проработала на прижизнедорожном почтамте. За многолетний труд ей присвоили звание ветеран труда. И свою коллегу сотрудники почты тоже поздравили с Днем Победы. Напомню, что в Орловской области проживают 104 ветерана Великой Отечественной войны. Спасибо за ваш труд.